К другим темам. К счастью, обошлось без жертв. Минувший четверг на улице Галиуллина напротив дома номер 11 произошло возгорание автомобиля. В тушении было задействовано два экипажа пожарно-спасательной части номер 25. Подробности у Дины Наумовой. Возгорание и тушение автомобиля очевидцы сняли на телефоны. Ты смотри, что случилось. Смотри, что. И сзади, смотри, что. Возгорание в салоне автомобиля УАЗ произошло во время движения. В 13:25 поступило сообщение, что горит автомобиль по адресу Галиуллина 11. В 13:26 мы выехали, через 2 минуты прибыли к месту вызова. Ну, мы подъехали, выбрали максимальное расстояние, ну, чтобы безопасное тоже нам было, чтобы не повредил наш автомобиль, и оградили, чтобы другие машины не приезжали. Вот, ну, 50 метров. Подали ствол СВД, он у нас 60 метров. Возгорание было ликвидировано в течение 5 минут. В автомобиле находился газовый баллон. Огонь его повредить не успел. Выезжали на двух автоцистернах, участвовало 8 человек личного состава. Потратили 3 куба воды. Водитель УАЗа, мужчина 1974 года рождения, не пострадал. Скорую помощь на место возгорания вызывать не стали. Пользуясь случаем, сотрудники пожарно-спасательной части напоминают автолюбителям. Во избежание подобных случаев важно следить за техническим состоянием транспортных средств. Дина Наумова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.